Hey, I'm glad to see you on my channel. You can always write your ideas for new videos in the comments. In this video, I want to tell you about a unique place in Russia. I live in a place where they make wine. This is a big industry. There are several factories and many hectares of vineyards here. Thousands of people work in the wine industry. This is the pride of the whole country. The place where I live is called Taman, the Taman Peninsula. In Taman, the Greeks grew grapes and made wine 2000 years ago. The peculiarity of this place is what it is located on the same latitude as Bordeaux in France. This is the 45th parallel, this is the so-called golden axis. Our wine is considered one of the best in Russia. It is possible that you have had such brands of wine as Chateau Tamagne, Panagaria. Does your country make wine? Which region of your country produce wine? I went on two wine tours to different wineries. Вот перед вами это 10-тысячная емкость на 10 000 декалитров. Мы с вами подошли к бункерам переработки винограда. Подъехала машина, выгрузила и идет. Одним вращает, а другим продвигает виноград на дробилку гребнеотделитель. Здесь находятся на хранении наши игристые вина, произведенные по классической технологии. И здесь на данный момент лежит 1 200 000 бутылок с игристым вином, только классический метод. Здесь на данный момент находится 1300 дубовых бочек из трех видов дуба. Американский дуб, французский и кавказский. Каждая бочка на 225 литров. Мы с вами находимся в нашей винотеке, и здесь хранятся наши редкие коллекционные вина. Чтобы вино получило статус коллекционное, необходимо, чтобы оно провело здесь не менее 3 лет в винотеке с определенными условиями хранения. Поддержание температуры, влажности, полный покой бутылок и их горизонтальное положение. The locals are engaged in winemaking. Each person has a cellar with wine. My dad does this too. Насыпали винный материал. Ставим теперь поршень сам. Ставим ведро, здесь будет бежать сок. Сейчас посмотрите. Чистый сок виноградный идет. Мы сейчас будем пробовать, какой сок получился. Очень вкусный, такой кисленький, настоящий виноградный сок из своего винограда. Просто нереально. Здесь тоже вино, то же самое, вот белое вино, вот оно на цвет такое, это с белого винограда сделано. А, еще про шампанское я забыл сказать, к Новому году я еще сделал шампанское, вот оно у меня стоит,
лежит, вернее, бутылки на, в таком положении. Вот, это с яблока, с вина сделано шампанское, потом с красного вина сделано. Буква Ш, это вот шампанское, я подписываю. Вот еще вам хочу показать, мне друзья с Урала привезли вот такую бутылку. Хочу в нее чачу наливать. Вот, такая бутылочка хорошая. Потом где-то на стол поставить можно будет. Еще вот у меня дубовые бочки. В них я заливаю ликеры, водочные изделия. Вот, например, в этой бочке, в 20-литровой дубовой, в ней у меня залита виноградная чача. Но это будет коньяк. Уже выдержки 3 года. Thanks for watching this video. You can like and write a comment. I will be pleased.